очень ценный праздник для всех. Для всех. Вот дверь открыта. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. С Днем Великой Победы. Спасибо. Сегодня мы такой большой делегацией. Молодежь, все. Пожалуйста, присаживайтесь. Хорошо, не, мы спасибо. Сначала вас поздравим. Здесь присутствует наша молодая гвардия Единой России. Руководство Единой России Луганской Народной Республики. Ну и я депутат Государственной Думы Российской Федерации. Да, понятно. Партия Единая Россия. Вы что, лично знакомы? Да. Поэтому от нашего руководителя Андрея Анатольевича Турчака всем ветеранам Великой Отечественной войны спасибо. Мы вручаем эти подарки. Здесь и приветственный адрес от спасибо. Андрея Анатольевича. Спасибо. С теплыми словами ваш адрес. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, примите. Пожалуйста. Куда вам поставить, давайте. Давайте, давайте мы поставим вот здесь. Спасибо, что вспоминаете. Все так вот. Девочки. В основном жизнь идет нормально. Спасибо. Все за заботу. Так что все так удобно, спокойно. Все. Понятно. Вот. В принципе, вовремя получаешь.